День отца отметят в это воскресенье в Алтайском крае. Во всех городах и районах региона в честь праздника прошел экологический марафон «Отцы за чистоту края и счастливое детство Алтая». На месте событий в Барнаульском парке «Лесная сказка» сейчас работает Ольга Деянова. Ольга, ждем подробностей. Здравствуйте, коллеги! Мы находимся на финале экологического марафона, в котором принимают участие 100 человек из 10 районов края. Все они необычные участники. Это семьи, это отцы и дети. Сегодня мы узнаем результаты этого конкурса чуть позже. А сейчас хочется рассказать вот о чем. Этот экомарафон приурочен к празднику День отца. Он возник в Алтайском крае в 2010 году. И сейчас рядом со мной находится депутат Государственной Думы Данил Владимирович Бессарабов. Он может рассказать об истоках этого праздника. Скажите, пожалуйста, как начиналась история? Вы знаете, все не случайно. Все зависит от отношения власти, общества к тем или иным моментам и, конечно, личное отношение Александра Богдановича Карлина. Я помню еще гораздо раньше период, когда работал депутатом краевого парламента, и мы вместе с коллегами разрабатывали закон о наградах Алтайского края. Это очень символично, когда я пришел с докладом губернатору и говорю: Александр Богданович, есть предложение сделать медаль «Материнская слава». Губернатор внимательно посмотрел на это все, говорит: а как ты себе представляешь нормальную семью, полную, где воспитываются достойные дети, и там только одна мама? Это неправильно. Отцы не меньшую роль должны играть в воспитании наших детей. Давайте пропишем, чтобы это будет награда, медаль «Родительская слава Алтайского края». И тогда уже стало понятно о том, что не может быть семья односторонняя, где только мама. Это вместе родители и отцы, как авторитеты для своих детей, и мамы, как заботливые хозяйки, может быть, хранящие тепло в нашем доме. Это все вместе, это семья. И с тех пор родилась идея почитать семью, почитать, и День матери есть в Алтайском крае. И тогда же мы договорились, что в апреле будет торжественная такая дата Дней отца в Алтайском крае. Чуть позже мы создали совет, краевой совет отцов. По его подобию перешли в муниципальное образование, и оттуда родилось, вполне естественно, от людей желание, чтобы вот эти конкурсы, состязания были, где маленькие дети и отцы все вместе как бы отстаивают честь семьи. И вместе с этим всего нашего региона. То есть отцы тоже проявили инициативу? Мы даже не ожидали, насколько отцы в этом смысле тоже вот и энергичны, и дух состязательности мужчинам всем присущ. Ну а здесь во главе семьи, как пример для подражания своих детей, это, конечно, здорово. То есть отцы молодцы. Спасибо большое. Добавлю, что праздник закончится торжественной посадкой аллеи в парке «Лесная сказка». Ну и также победители конкурса наградят ценными подарками, и для них состоится экскурсия в зоопарке.